Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут действительно Юрий Кацуман. Я вам расскажу немножко про возможности многофункциональных карт, про наш опыт реализации такого типа проектов, и в частности, наш опыт в реализации проектов универсальной электронной карты. И в заключение немножко расскажу вообще про нашу компанию и про те перспективы, которые мы видим для себя на рынке. На самом деле многофункциональность смарт-карт – это не очень последний, не очень свежий, но достаточно модный на сегодняшний день тренд, ставший возможным за счет открытости приложений, за счет открытости операционных систем, позволяющий модифицировать и расширять функциональность современных смарт-карт. Кроме того, это естественное увеличение потребительских свойств банковских карт, за счет чего может достигаться увеличение эмиссии, увеличение оборотов и увеличение доходности всех участников системы. Особенно следует заметить такую особенность многофункциональных смарт-карт, заключающуюся в том, что возможно предоставлять персонифицированные услуги в качестве дополнительных услуг банковским картам. То есть это не просто какие-то обезличенные, там, я не знаю, лояльности системы или скидки, или какие-то пропуска. Это абсолютно персонифицированные вещи, которые привязаны к конкретному гражданину и дают ему возможность, и дают ему кастомизированную какую-то информацию или предоставляют какие-то кастомизированные именно для него сервисы. Здесь на этом слайде есть некоторым образом такой условный график, показывающий, насколько увеличение и расширение функциональности карт приводит к увеличению финансовых транзакций по картам и расширению эмиссии. Конечно, это в определенной большой степени условность, тем не менее наш опыт и опыт наших партнеров показывает, что это действительно правда, что увеличение функциональности на банковской карте серьезно влияет на ее возможности и расширяет, соответственно, и круг пользователей этой карты, и, соответственно, соответствующее количество транзакций и доходов участников системы.